Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы покажем вот что. Помните, разорвало этот кардан? Так вот, это не только кардан разорвало, а разорвало еще и трансфер кейс. Вот этот редуктор. И так разорвало, что аж вот сюда в хвост трещина. О как! Представляете? О! Корпус в клочья. Блин, новая, видите, трансмиссия стоит. За 2200. Вот от этой фирмы. Вот. Ё-моё, она рассчитана на 750 лошадей. Я вам скажу. Корпус расчерепашило конкретно. Да. Так что вот так. Хорошо по башке не прилетело, блин. Я бы тут сейчас не был, наверное. Слава богу, что за колесо я спрятался и палкой так на педаль нажимал. Что-то у меня чувство какое-то было странное. Вот так вот. Так что мои ошибки я показываю и не стесняюсь этого. Может быть, кому-то и пригодится когда. Всем пока. До новых встреч. Кому было полезно и прочее, знаете, что делать. До свидания.